Маэстро, я первый. Светлый фильм. Кино о военных буднях. Фильм о том, как следующий день сменяет день предыдущий, приближая весь мир к победе, о которой мы теперь уже знаем. Этот фильм не задает вопросов о том, кто прав и кто виноват. Здесь люди просто воюют и просто умирают. Воюют красиво, с песнями, потом погибают. Потом наступает новый день, и все повторяется. Приходит пополнение, и начинают погибать новые молодые люди. Этот фильм о войне. О прошлой войне. Нет, о позапрошлой. А сколько войн уже было после Второй мировой? Кому они принесли счастье? Может, пора в консерватории что-то подправить?